Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я хотела сделать небольшой обзор ламинатора L2311 Office Kit. Конечно же, ламинатор мне нужен для того, чтобы ламинировать какие-то наглядности для школы и для детей. Очень удобная вещь. Я давно себе хотела ламинатор и решила приобрести. Этот ламинатор я покупала в магазине, который называется «Первый компьютерный». У нас есть такой магазин в нашем городе. Не знаю, есть ли такой магазин в ваших городах. Надо смотреть. Но, возможно, такой же ламинатор можно найти в каких-то других бытовых магазинах, таких как ДНС, М-Видео, Эльдорадо и так далее. Очень много ламинаторов, я знаю, есть в ДНС, в Эльдорадо и в М-Видео, нужно заказывать. Поэтому я решила поехать в Первый компьютерный, потому что там точно всегда есть все, что нужно для работы в офисе, для работы в школе. Давайте с вами смотреть. Ламинатор этот стоит 3000 рублей. Кстати, очень хорошая, оптимальная цена. Давайте с вами дальше посмотрим. Ламинировать можно бумагу А4. И ламинирует она где-то 3-5 минут. Но я бы не сказала, что прям сильно медленно ламинирует. Хорошо, мне удобно по времени. Все меня устраивает. Давайте смотреть дальше. Ламинатор вот такого черного цвета. Он очень легенький. Вот так вот выглядит. Включать его нужно в розетку. Я уже включила. Здесь у нас есть такая кнопочка для нажатия. Мы нажимаем. Смотрим, загорается красная кнопочка. Нужно ждать, пока загорится зелененькая для работы. Ламинатор нагревается, становится теплым и немножечко гудит. Сейчас мы подождем, пока ламинатор нагреется, и начнем ламинировать. Ну и сейчас, пока ламинатор у меня нагревается, я хотела бы вам показать пленку для ламинирования. У меня вот такая вот пленка А4 100 штук. Я покупала в Первом компьютерном тоже. Около 700 рублей стоят 100 штук пленки. Давайте с вами смотреть. Обязательно читайте в инструкции к вашему ламинатору, какая вам нужна именно пленка. Там все написано, потому что если купить другую по толщине, то возможно, что она будет заедать, портить. Ну и так далее. У меня вот такая вот хорошая. Мне, кстати, очень понравилась. Я думаю, что заказать можно пленку на Озоне и на Валбересе. Я уже как-то раз заказывала для работы. Но в этот раз решила сразу купить, чтобы не ждать. Потому что ценники практически одинаковые на Валбересе, на Озоне. И у нас в Первом компьютерном особо разницы я не увидела. Так вот выглядит пленочка. Она разъединяется, и сюда вставляешь лист А4. Либо какие-то маленькие листики можно сюда вставлять, потом вырезать. Мне очень нравится эта пленка, очень нравится ламинировать наглядности для школы, потому что потом они, конечно же, хранятся дольше. Раньше, когда я еще была студенткой, мы все обклеивали скотчем. Это было очень долго, муторно. Не всегда получалось ровно и красиво. Где-то были какие-то заломы. И, конечно же, уходило очень много скотча на это. А сейчас, когда я уже много лет работаю, я знаю, что все можно прекрасно и хорошо заламинировать. Если идти ламинировать куда-то в какой-то салон фото и печать, там стоит очень дорого. Поэтому все время не напечатаешься, не набегаешь, не наламинируешься. Во-первых, это время уходит, чтобы дойти заламинировать. И очень много нужно ламинировать. И поэтому мне проще, когда у меня ламинатор стоит дома. Мне стало очень удобно. Не надо никуда бежать, не надо никого просить. Раньше на работе я ламинировала. Тоже у нас один был ламинатор на всю школу. И я просила, брала, ламинировала, но опять же, ламинатор был нужен не мне одной, и поэтому я решила, что проще иметь свой. И к дню учителя в этом году я решила его приобрести себе и себя, так сказать,
ламинатором побаловать, будем говорить так. Вот ламинатор уже разогрелся, загорелась красненькая кнопочка. И сейчас мы начнем ламинировать. Берем листик. Вот я вставила уже туда такую вот наглядность. И той стороной, которая у нас с вами не открывается, не разъединяется в пленочке, мы вставляем вот сюда вот аккуратненько. И начинаем протягивать. Все, он сам ее забирает. Нужно ее немножечко вот так вот придерживать, чтобы бумага вышла заламинированная, ровная. Ну, по крайней мере, я придерживаю. Потому что бывает такое, что когда не придерживаешь, и немножечко выходит с такими как заломами, волнами. Поэтому, чтобы была ровненькая, я вот так вот ее держу. И с другой стороны сейчас начну ее тоже ловить. Вот так вот начинаю придерживать. Но пока лучше буду придерживать здесь. Вот она у нас с вами идет, проходит. И так до конца. Здесь она такая у нас получается тепленькая. Вот так вот у нас с вами получается. Вот что у нас с вами получилось. Этой наглядности хватит надолго, на долгие годы. Можно ее вешать в классе на доску. Можно ходить на индивидуальные занятия, брать с собой и ребятам показывать. Очень, кстати, удобно, хорошо и практично. И ничего не будет мяться, ничего нигде не порвется. И прослужит долгие-долгие годы. Так что рекомендую вам именно пользование ламинатором. Именно такой марки рекомендую, неплохой. За такую цену вполне прекрасно справляется со своей работой. Мне очень понравился. Еще раз вам рекомендую. Кому понравилось это видео, кому оно было полезным и интересным, ставьте лайк. Всем пока-пока!